Что вас навело на бассейн? Уилл говорил, что в портфеле что-то важное. А там оказался только ключ с биркой «Бассейн Брэдбери». Я пробью номерные знаки, вдруг найду что-нибудь. Хотя вряд ли. Ого, эй, я пробила номера вон того такси. Машина принадлежит некому Нику Мартерсу. Свидетелей, которых мы забрали из университета. Ник Марстерс? Так звали одного из свидетелей, которых мы забрали из университета. Да, я узнала его на фото. Видела его там. Как его машина попала сюда? Думаешь, анархисты забрали? Это невозможно. Я же постоянно следила за действиями монархов. Эй! Я нашел проход! Я, честно говоря, не знаю. Вот так. Да, Эми. В чем дело? Из университета кое-кого забрали. Моих друзей. Что с ними случилось? Ага. Уилл хранил здесь личные вещи. Какого черта ты тут делал, братец? Отправлял крыс путешествовать во времени? 17 мая 98 года, говорит Уильям Джойс. Я впервые испытываю машину... Платежка на 12 тысяч долларов за грузоперевозки. Не похоже, чтобы отсюда только старые коробки вывозили. Куда он делся? Бассейн принадлежал тебе с 1999-го? Почему же ты мне не сказал, Уилл? Все хорошо, все хорошо. Неудивительно, что ты всегда носился с безумными идеями. Мы, наконец, отправляем Шрёдингера в машину по коридору по часовой стрелке. Привет, Риверпорт. С вами Тереза Седмак. Я заменяю Бобби Редфорда и хочу порадовать вас хорошими новостями. Но власти утверждают, что он, по всей видимости, не покидал Риверпорта. Да его след уже напали. Получилось. Но я надеюсь, тут мы узнаем, кто это сделал. Право нажать на кнопку принадлежит тебе. Ай да Джек. И это все меняет. Если она заработает, то и противовес не потребуется. Мы просто все исправим. А что, если вообще предотвратить разлом? Вернемся во вчера. Все наладим еще до того, как вся эта хрень начнется. Никто не умрет. Пол не полезет в машину. Монарха не будет. То есть разлома не будет. Подожди, Джек. Надо это как следует обдумать. Так не... Я войду в машину, как Пол в университете. Я помогал ее настроить. Запустить ядро, установить коридор и потом просто ввести дату. Это возможно, Бет. Не уверена, что мы обойдемся без противовеса. Но ты прав. Машина нам понадобится. Вот именно. Начнем с ядра. Никто не хочет разъяснить? Совсем никто? Я видел эскизы этой машины у него в мастерской. Видимо, он спрятал ее тут. Нашел там что-нибудь? Объяснение. Нет, ничего понятного. Так, управление ядром. Где оно?